Кидает ее во все прекрасно и накрывает свадебным платком. Под этим свадебным платком она плачет. Хочет она замуж, не хочет, все равно она плачет, потому что это такое символичное прощание с девичеством. Далее, приходит в процессе жениха. Жених приводит с собой всех своих родственников, создает богатую процессию, чтобы похвастаться перед семьей жениха. Посмотрите, в какую прекрасную семью отдаете свою невесту. Затем родители выписывают благословение, которое крепче железобетона. Потом невесту забирают из дома жениха, из дома невесты в дом жениха, и появится она в своем родительском доме только уже в качестве гостя.